Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Тимур Умаров, науковий співробітник фонду Карнегі. Тимур, здравствуйте. Приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, добрый день. Вы опубликовали такую большую аналитическую статью о том, что происходит в Центральной Азии в контексте, ну вот после того, как началось широкомасштабное российское вторжение в Украину. Понятно, есть миф о том, как Россия и Китай делят сферы влияния в Центральной Азии. Мы сейчас к этому обязательно вернемся, но я хочу начать, знаете, с такого более острого и, может быть, популистского вопроса. Да. Мы действительно помним о том, что у России все в порядке в Центральной Азии, видим много тому примеров. Одновременно с этим российские пропагандисты тоже себе ни в чем не отказывают, да, и те вещи, которые они говорят о странах Центральной Азии, ну, мягко говоря, там не нравятся как минимум граждан этих стран. Помним о том, что продолжают говорить пропагандисты о Северном Казахстане, что это вообще русская земля, исконная и так далее и тому подобное. Опять же, понятно, есть волна ненависти к гражданам Таджикистана после того, что произошло в Крокус-Сити-Холле, после этого теракта. Ясно, что его, разумеется, привязывают к Украине, все это укрофашисты сделали, но тем не менее. Uh-huh. А как вот эти заявления российских пропагандистов влияют на отношения между странами? Да, вы подняли очень важный вопрос. Действительно, если мы говорим про общее состояние отношений, да, то есть не отношения между политическими элитами, людьми, которые руководят странами Центральной Азии, руководят Россией, а обществами этих стран, то отношения действительно ухудшились. Это не просто такое ощущение мое и людей, которые бывают в Центральной Азии, но и в целом объективный факт, который доказывается социологическими опросами. Впервые за вообще, в принципе, историю существования независимых стран Центральной Азии репутация России там сильно ухудшилась. То есть люди, которые относятся сейчас к России хуже, их больше, чем людей, которые относятся к России как такой дружественной стране. Это демонстрируют и результаты опросов Gallup, и результаты опросов местных исследовательских организаций типа Центральноазиатского барометра. Но дело в том, что во всех 5 странах Центральной Азии существуют авторитарные режимы, которые не очень принимают во внимание то, как общество относится к тем или иным вопросам. Да? Проблема как раз такого рода государств в том, что решение, которое принимает руководство, оно оторвано от решений, которые хочется видеть обществу в целом. И поэтому, когда я писал, собственно, это исследование и говорил о том, что отношения не сильно изменились в Центральной Азии после полномасштабного вторжения, я как раз говорил об отношениях между элитами, а не между обществами этих стран. Ну, тут тоже интересно, опять это очевидный вывод из того, что вы сейчас сказали, как раз потому, что эти режимы авторитарные, то есть означает, что на выборах, да, вот то, как электорат проголосует, то, кого электорат выберет, собственно, эти настроения не повлияют. Нет, конечно, потому что выборы, когда мы говорим слово «выборы», мы должны понимать, что мы их говорим в кавычках. Руководство стран Центральной Азии не так сильно зависит, да, от выборов, хотя регулярно их проводят. Это очень важный такой инструмент легитимизации, но при этом то, как они проходят, то, какие результаты мы наблюдаем уже во всех 5 странах региона, говорит о том, что выборы не настоящие, то есть на них не выбирают, на них обычно руководство сами себя переизбирают. Да-да, переназначают, понимаем. Ну, в общем, да. Видим это в том числе и по примеру России. Мы разговаривали в наших эфирах, в том числе с нашими коллегами из Казахстана или из Таджикистана, и слышим, ну, вот такую мысль, вот вы ее либо подтвердите, либо опровергните, что сейчас Центральная Азия — это в некотором роде невеста,
И у нее, значит, есть несколько разных ухажеров, потенциальных женихов. Понятно, что всегда говорят о России и Китае, и при этом одновременно упоминают ну вот повышенные интересы со стороны США и со стороны Европы. Среди прочего, ну вот, приводят такой пример, что, скажем, на Центральную Азию, ну, не особенно активно налаживают санкции за вторичные, например, да, господи, за компоненты вторичного использования, которые отправляются в Россию. Если говорить о западных странах, действительно мы можем наблюдать, что, ну, вот, они тоже заинтересованы в этой невесте? Если честно, я не очень люблю всякого рода метафоры, особенно такие немного сексистские, если можно, про невест, женихов и так далее. Но действительно, я соглашусь с общей идеей, да, о том, что Центральная Азия сейчас оказалась в очень комфортном, с одной стороны, удобном положении, потому что страны Запада опасаются сильно давить на 5 стран этого региона, потому что в их представлении, если будет такое дополнительное давление на руководство этих стран, то они еще ближе уйдут в сторону России, уйдут в сторону Китая, и это как раз то, чего страны Запада допустить не хотят. Они также понимают, что их политика по отношению стран Центральной Азии за последние десятилетия, она провалилась. Все вот эти такой ценностный подход к отношениям, когда на первую планку ставятся вопросы прав человека, вопросы демократизации, вопросы честных выборов. Это все не работает, это все, наоборот, отдаляет эти страны от Запада, это ухудшает ситуацию внутри страны, это вызывает такое... все люди, которые выступают за такие продемократические идеи, они становятся такой красной тряпкой, за которой режимы начинают усиленно охотятся, режимы начинают думать, что вот это самая страшная вещь для них, да, цветная революция, это действительно существующие такие механизмы, с помощью которых США и другие страны Запада пытаются перевернуть всю ситуацию в стране, и они живут вот в этом вот пузыре и боятся вообще всех независимых СМИ, боятся НКО и так далее. И, собственно, Запад понимает, что их политика на протяжении десятилетий, которая была ценностно ориентированная, привела к тому, что никаких демократий в Центральной Азии не появилось, никакого усиления западной роли в странах Центральной Азии не наблюдается, наоборот, наблюдается усиление роли России и Китая, и теперь они решили действовать прагматично. Что это значит? Это значит, что они все еще говорят, конечно, о правах человека, все еще говорят о том, что демократия — это важно и так далее, но это не ставится в приоритете. В приоритете бизнес, инвестиции, resilience, да, как это называют европейские и американские дипломаты, которые посещают регион, сделать Центральную Азию регионом, который может сам себя обеспечить. Да? И для этого нужно поддерживать контакт даже с теми руководствами, которые, по сути, авторитарные и не то, чтобы можно сказать, демократичные. Я прошу прощения, вот в последний раз использую эту сексистскую метафору. Опять же, я тут цитирую нашего казахстанского коллегу, да, о том, что вот он, среди прочего, говорит, что Казахстан невеста, но власть выбирает Москву. Это вот подтверждает ваши слова о том, что если говорить про отношения элит как раз этих стран, то там, ну, в принципе, ничего не изменилось. Ну и вот тут уже хочу перейти к вашей аналитической статье, к вашему исследованию. Выводы, которые можно сделать по поводу того, а что тоже так привязывает Центральную Азию к России, если так очень упрощать, есть, ну вот, три фактора, да. С одной стороны, ну, бизнес через Россию вести дешевле, чем не через Россию. Ну, так, если совсем банально, да, ну, чем там разными другими причинами
разными другими способами вывозить свои товары. Другое, что Центральная Азия сама себя не обеспечивает полностью, и вы приводите пример, например, там, сахара, да, вот когда было приостановлен экспорт российского сахара, возникли проблемы в странах Центральной Азии. Ну и, конечно, мигранты, да, ну вот, действительно, это очень важная статья, в том числе и доходов этих стран. Могли бы вы чуть подробнее об этом рассказать? Да. Да, действительно, когда мы говорим про взаимозависимости, я именно хочу сделать акцент на том, что это взаимные зависимости. Да? Россия точно так же зависит от Центральной Азии, как и Центральная Азия. Да? Любая вот эта зависимость, о которой мы говорим, даже мигранты, ее можно перевернуть в обратную сторону и понять, что российская экономика тоже не справится без дополнительной рабочей силы из Центральной Азии. Так вот, ее можно разложить на несколько факторов. Первый — это, конечно, экономические, то, что вы уже перечислили, но к тому же можно добавить еще и тот факт, что логистика стран Центральной Азии простроена таким образом, что она все-таки завязана на северных путях. Все трубопроводы, основные железные дороги, автомагистрали, они все в основном направлены на север, и учитывая, что Европейский Союз целиком не по отдельности, а целиком очень важный торговый инвестиционный партнер для стран Центральной Азии, Россия все еще остается главной такой транзитной зоной для всех 5 стран региона. И здесь за последние 2 года было очень много разговоров по поводу среднего коридора, по поводу путей, через которые можно вести экономическую деятельность с Евросоюзом, избегая России, но пока что ни один путь или даже все эти пути вместе взятые не могут быть сопоставимы с теми логистическими возможностями, которые есть у России. Второй важный момент, на котором я бы тоже хотел остановиться, это, конечно, вопросы безопасности. У России достаточно большое присутствие в Центральной Азии физическое и такое, ну, не скажем, символическое, да, но преобладающее, да, скажем, учитывая, что на земле у России в Центральной Азии есть военные объекты, они подучахли, потому что Россия сейчас зациклена на войне и ведении этой войны, и поэтому все ресурсы, которые у нее, в принципе, есть, она сконсолидировала там. Но в регионе все еще существуют базы, их никто не закрыл, они проводят и разные мероприятия, и профессиональное обучение местных кадров в Таджикистане, например, или в Кыргызстане. Они также проводят и военные учения достаточно регулярно. Россия самая такая страна, с которой проходило больше всего военных учений у каждой из центральноазиатских стран. Этот вопрос тоже самое касается и торговли оружием, экспорт вооружения из России в страны Центральной Азии. То есть по этому вопросу Россия тоже занимает первое место. В Узбекистане и Туркменистане ситуация меняется, но Россия все еще занимает достаточно влиятельное место. И учитывая, что военные силы всех 5 стран Центральной Азии, они были унаследованы у советского прошлого, то вооружение, которое у них стоит в основе, его нужно восстанавливать, его нужно модернизировать, и для этого, конечно, Россия безальтернативный союзник пока что. Ну, но вот, при этом... Да-да, простите, что перебиваю, я просто вот уточнить хочу. Вы, среди прочего, да, вот когда говорите, пишете о логистике, которую используют страны Центральной Азии, и что действительно эта логистика очень сильно завязана на российской, и понятно, что это в том числе и советское наследие. Вы также упоминаете Каспийский магистральный нефтепровод, пишете о том, что там 31% принадлежит России. Я тут, знаете, о чем вспомнил?
вспомнил несколько недель назад. Сначала это появилось в виде, как это, сливов в иностранные медиа, информацию о том, что вот когда Украина начала бить по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, значит, что Белый дом этим недоволен, что это может привести к некому нефтяному кризису. И, среди прочего, еще называли, опять же, это только в медиа было, называли причиной, что, смотрите, а Россия же может ударить по этому Каспийскому магистральному нефтепроводу, а там много американских интересов, там американские компании, среди прочего, завязаны в этом бизнесе. Мы увидели от Белого дома подтверждение, что они не рады ударам по российским НПЗ, не видели вот про Каспийский нефтепровод. А в принципе, в теории, можно ли себе представить, что вот такой инструмент шантажа Россия может использовать? Конечно, можно себе представить. Мне кажется, от России можно представить себе уже все, что угодно за последние, знаете ли, 2 года. Уже та мышца, которая отвечает за удивление, да, какое-то, она, мне кажется, у многих должна была атрофироваться по отношению к действиям России. Поэтому, мне кажется, вполне это возможно. И это очень сильно ударит, конечно, по Казахстану в первую очередь, потому что 80% его экспорта всей нефти, которая добывается в стране, экспортная, она проходит через КТК, и любые проблемы в этом направлении ударят сильно по казахстанскому бюджету. А на минуточку примерно 40% бюджета зависит, собственно, от добычи и экспорта нефти. Поэтому это очень важный вопрос для Казахстана в том числе. Ну вот, опять же, второй стороной, вторым полюсом постоянно, конечно, называют Китай. Тут очевидна и география, почему так. А что с Китаем? Вы, среди прочего, опровергаете миф, что только Россия отвечает за, ну, условно, безопасность, а вот Китай дает деньги, да, и вот экономически вкладывается. Но это же не так. Что известно о китайском, даже военном присутствии в этом регионе? О китайском военном присутствии известно не то чтобы очень много, но то, что нам известно, уже достаточно для того, чтобы утверждать, что у Китая интересы в вопросе безопасности в Центральной Азии есть. И исторические документы демонстрируют нам даже больше то, что с самого начала у Китая приоритетным направлением в Центральной Азии были вопросы безопасности, а не вопросы экономического сотрудничества. В первую очередь это Китаю было важно для того, чтобы его довольно чувствительный с точки зрения Пекина регион Синьцзян-Уйгурского автономного района оставался в безопасности, да, и чтобы там не происходило каких-нибудь проблем, учитывая близость культурную, языковую, религиозную с тюркоязычными странами Центральной Азии. И поэтому с самого начала Пекин хотел, да, получить вот это согласие со стороны политических режимов стран Центральной Азии, что они не будут никаким образом поддерживать сепаратистов или каких-нибудь других активистов уйгурских у себя или на территории Синьцзяна. А потом это трансформировалось уже в более такое институционализированное военное присутствие. Да? То есть здесь в первую очередь надо говорить о тех связях, которые существуют между министерствами обороны, простите, 5 стран Центральной Азии и Китая. И также очень важный момент – это то, что Китай присутствует в регионе не непосредственно через свои вооруженные силы, не через не через армию, да, а через военизированные, собственно, силы вооруженной народной милиции. Это такая институция, которая в основном отвечает за внутренние дела в Китае, но и также отвечает за вопросы терроризма и вопросы пограничной стабильности. Да? И именно они в Центральной Азии максимально представлены. В Таджикистане у них существуют 2 базы на границе с Афганистаном.
Азербайджаном они проводят двусторонние учения со всеми аналогами таких институций в странах Центральной Азии. И помимо этого есть еще и негосударственные акторы Китая в Центральной Азии. Например, в Кыргызстане присутствуют частные охранные компании, которые отвечают за безопасность вокруг китайских инвестиционных проектов в этой стране. И учитывая, как в Кыргызстане бывает нестабильная политическая ситуация, для Китая это достаточно важно. То есть вот этот вот комплекс форматов присутствия Китая нам говорит о том, что в вопросах безопасности Китай ни на кого не полагается. Китай не думает, что раз Россия вот главный гарант безопасности, то мы забудем про это направление и будем фокусироваться на экономике. Абсолютно не так. Китай все еще рассматривает это как свое приоритетное направление. Китай смотрит на Центральную Азию как такой расширенный зонтик своей собственной национальной безопасности и в этом вопросе не полагается ни на кого. Ну и опять же помним о том, к сожалению, не успеваем уже это обсудить, это тоже интересный вопрос, что Россия и Китай видят своими главными врагами все-таки страны Запада и непосредственно США. Тимур, спасибо вам большое за этот разговор. Тимур Умаров, науковый співробітник фонду Карнегі, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.